Привет всем, дорогие мои зрители! В этом видео я вам хочу показать аромат от марки Александр Маккуэн. Данный аромат вышел в 2005 году. Называется аромат Маккуэн. Это коробочка от этого флакончика. Флакончик у меня имеет 50 мл объема, то есть в объеме 50 мл. Вот так выглядит сама коробочка. Смотрите внимательно. Вот такая вот коробочка от этого аромата. Здесь дно. В общем, видно штрих-код. И здесь написано Made in France. Сверху и в середине все белое, чистое. Вот так вот выглядит. Отставляем саму коробочку, возвращаемся к флакончику и хочу вам показать, как был упакован в середине вот этот флакончик. Была вот такая вот заглушка белая. Вот так вот все выглядело. Снимаем эту заглушку. Дизайн этого флакончика без крышечки. Имеет форму яйца. Здесь можно ставить пальчик, можно брать в руку. 50 миллилитров очень удобно взять в руку. И будем нажимать вот здесь сверху и распылять аромат. Я покупала данный аромат вслепую. Я не знаю, как он благоухает. Этот аромат очень хвалят. Я ничего пока сказать не могу про него, пока не попробую лично. И это я хочу сделать вместе с вами. Ставлю я мою руку, вторую руку, и будем наносить аромат на мое запястье. В общем, аромат новый. 1, 2, 3. Вышел. Сразу вам скажу, что я чувствую розовый перец. Сильно в нос не бьет. Не агрессивный, довольно-таки спокойный. Конечно же, он будет раскрываться, но чувствуется, что аромат не здешний, имея в виду аромат, который был сделан в 2005 году. Все-таки ароматы, которые выпускаются сегодня, скажем так, в 2016 году, отличаются от ароматов, которые выпускались в 2005 году, которые выпускались в 2008 году. То есть разница чувствуется, это я вам гарантирую. Есть нежность. Какая-то сладинка, фиалка, пока не показывается, потому что в этом аромате есть нота фиалки. Что еще сказать? Спокойный, я думаю, что он будет иметь облачко, которое вас будет окутывать. Может быть, вы его на себе не будете чувствовать, но окружающие, наверное, будут чувствовать, что вы надушились, то есть от вас будет исходить аромат. И сейчас могу уверенно сказать, что я начинаю чувствовать какую-то пудренность, пудру. Он все-таки пудровый. Но с ним надо познакомиться поближе, все-таки надо его поносить, разносить и тогда уже делать очередной отзыв, потому что это мой первый затест, первый отзыв. Я так часто делаю с моими новыми ароматами. И как обычно, эти ароматы я покупаю вслепую.
Мне нравится эксперименты проводить, и мне нравится эти эксперименты проводить именно с вами, то есть делать видео. Он даже на маслах, причем масло здесь имеет довольно-таки большой процент. В общем, аромат достойный. Я очень рада, что я его все-таки купила. Это был последний флакончик. Реально его уже нигде нельзя найти. В магазинах, имею в виду, я в интернет-магазинах ароматы не покупаю. Если еще кто-то этого не знает, то я хочу преподнести вот эту информацию, что я живу в Италии и покупаю ароматы исключительно, принципиально в магазинах. И все. Я немножко прервала видео для того, чтобы послушать, как раскрывается вот эта ароматная композиция от марки Александра Маккуэн. В общем, что хочу сказать, стойкость здесь будет хорошая, аромат будет задерживаться надолго. Действительно, здесь чувствуется пудренная фиалка, то есть фиалку можно ощутить, и можно ощутить гелиотроп. Отдаленно, но присутствует, его можно уловить. А также я чувствую миндаль. Миндаль придает сладость. В общем, аромат действительно красивый, необычный. И стоит обратить внимание на вот этот аромат, если вы его еще где-то увидите. Под конец этого видео я вот что хочу сказать. Я очень рада, что я купила вот этот красивый фиолетовый флакончик и вот эту красивую пудренную фиалку. За это я хочу лично поблагодарить замечательного блогера Любовь Данилова. Я посмотрела видео этого блогера, посмотрела про этот аромат и послушала отзыв, и поэтому этот аромат есть у меня в моем парфюмерном гардеробе. Я очень рада, иначе я бы прошла мимо этого аромата, иначе я бы даже не смотрела на этот аромат. А этот аромат на полочке простоял уже 2 года. Я 2 года действительно на него смотрела и думаю, ну ладно, ну аромат стоит там, вообще не обращала внимания. И вот сейчас я спохватилась и купила, и очень рада. В общем, я чувствую все-таки розовый перец в этом аромате. Розовый перец я чувствую в самом начале, и сейчас в базе тоже я ощущаю розовый перец. Я не знаю, есть ли нотка розового перца в этой ароматной композиции или нет, не помню, но я ощущаю на моей коже это точно. В общем, красивая ароматная композиция от марки Александра Маккуэн. Вот этот аромат Маккуэн. И на этом я вам скажу пока-пока. До скорой встречи, дорогие мои. Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео. Я всех целую. Пока.